Ереван один из городов мира, где возможно прямо из центра города взлететь на воздушных шарах. Это очень большая уникальность, и наши рельефы пока позволяют нам кружить и любое направление почти, потому что ветра здесь у нас очень уникальные и почти во все стороны. Но здесь очень классно именно то, что центр города находится в определенной чаше, в низине. Да, поэтому взлетать оттуда намного спокойнее, чем на какой-то возвышенности. Ветер всегда, ну, внизу всегда слабее, чем наверху, не будет раздувать. Поэтому очень приятно взлетать в таких погодных условиях и далее выходить из города. Когда мы поднимаемся, здесь уже появляется ветер, спокойно выходим из города, безопасно.